Кишинев. Наведем порядок. Порядок означает 2000 малогабаритных социальных квартир, бесплатная жилплощадь при рождении 3 и более новорожденных, земельные участки молодым семьям для строительства жилья, 2000 леев, пособие за каждого родившегося в столице ребенка, 400 детских площадок и бесплатный детсад для семей с детьми дошкольного возраста. Порядок – это город с заботой о людях. Голосуй за единственного кандидата с четким планом развития – Зинаиду Гречаной.